Знаете, почему я включила камеру? Потому что я поняла, как надо ответить на тот вопрос, который я задавала сама себе. Как мы хотим, чтобы нас любили мужчины? Ой, так просто и так сложно. Я, например, хочу, чтобы меня любили так, как люблю я. Ой, а я ужасно люблю, когда люблю. Это невыносимо. Я экспрессивная, импрессивная. У меня все так. Ой, как было бы хорошо, представляете, если бы они любили нас так, как мы любим их. Ну, так было бы гладко, тоже неинтересно. Последняя танго в Париже. Стоит пожить недолго, но вот такое что-то иметь. Ну, у меня такое было. Конечно, было. Знаете, ты счастлива в тот момент, ты думаешь, сколько же времени ты счастлива. Думаешь, как дура, думаешь, зачем думаешь, быть просто счастлива. И все, ну ты же счастлива. Классика жара, это все кончается. По-другому будет неинтересно, по-другому все переходят в какие-то детские там девочки и так далее. Этого мне не надо. Вот кому что, а мне бы любви, а? Дура, правда? Так что я так довольна. Вот я уставшая сегодня. Но все-таки я это сказала, потому что я долго думала, как мы хотим, чтобы нас любили. Так, как мы любим вас. Постарайтесь. Ну, не просто. И не получится до конца, но что-то же будет. Мы-то станем счастливее. Вот. И вот эту секунду счастья, которая за миллион, будешь потом вспоминать и говорить, да, я же была счастлива. Значит, желание зря. Наверное, это да, вот так. Ну, вот. Я очень хотела это вам сказать. Ну, давайте, будем счастливы, будем делать друг друга счастливыми. Люблю всех вас.